Депутат Государственной Думы Сергей Алтухов совместно с главой Северского района Андреем Дорошевским посетили Ево-Васильевскую из станицы Северской. Гости приехали не с пустыми руками, а с подарком – новым велосипедом. Из-за особенностей здоровья девочке нужен необычный транспорт. Вот тебе новый велосипед. Вместе под чутким надзором родителей будем обязательно кататься в хорошую погоду, да, и получать хорошее настроение. Договорились? Ева сразу опробовала новый транспорт. С управлением справилась прекрасно. Теперь у девочки есть возможность совершать самостоятельные прогулки в хорошую погоду. Дописались Евой, мечтали о велосипеде. Вот у нас съемка тоже «Открыть добра» была, наверное, в конце года. И мы с Евой загадали Деду Морозу велосипед. Уже даже не ожидали. И потом нам вот под конец позвонили, сказали, что нашлись люди, которые нам готовы оплатить эту покупку. Очень рады, что Сергей Викторович помог, осуществил нашу мечту такую. Ева каждый день сможет тренироваться. После тестирования нового транспорта гостей пригласили на чаепитие. Депутаты глава района пожелали Еве крепкого здоровья и попросили обращаться за помощью, если возникнет необходимость.